Так, друзья, привет! Я буду надеяться, что это видео получится, что я его не запорю. Просто у меня очень немного времени, и я буду предельно сжата. Видео будет про покупки, что я купила, когда уже уходила совсем из магазина. Такие последние покупки. И еще не обращайте внимания, это мне кажется, что я... Просто сейчас должны уже приехать мои, а у меня на все не хватает времени. Я решила, что если я сейчас не сниму, то я уже не знаю, когда тогда сниму это видео. Потому что груз видео, которые я хочу и должна вам снять, копится и копится. Это мне надо кровь из носу снять сейчас. Итак, что купила? Я, конечно, покажу не все, что купила, иначе не хватит мне, у меня задел 15, ну, край 20 минут. Поэтому прям сразу поехали. Что не успею, покажу в следующий раз. Итак, на выходе я купила от Байтери, я купила вот такой классический, легендарный бальзам для губ, он так и называется, Бом до Роз, как бы розовый бальзам, розный бальзам, он действительно ухаживает, питает и увлажняет губы, он придает им такое, я не знаю, он сейчас у меня на губах. Это я показала коробочку, сейчас я покажу сам бальзамчик. Он в магазине есть в разных вариантах. Я себе взяла в форме вот такого стика, карандашика стика. Он пользованный уже вовсю, я пользуюсь им. И покажу, смотрите, вот он у меня на губах сейчас. Он придает такую, не всем он подойдет, он придает губам определенную бледность. Если у вас яркий пигмент губ, но не в синюшный тон, возможно, вам будет неплохо. У меня нет какого-то определенного подтона, мне кажется, и синевы особенно нет вот на моих губах, поэтому мне в целом, хотя он бледнит меня, у меня очень белая кожа на самом деле, но под загар хорошо. Потом, помните, я люблю тональные кремы, которые под загар именно. То есть я свою кожу всегда стараюсь, ну максимально не всегда, но часто тонировать, затемнять, и с яркими глазами он довольно неплохо смотрится на губах. Сейчас я без тонального крема, за неимением просто даже времени, и в домашней кофте, уж так сразу вам скажу, потому что вы все равно обратите внимание, и вот в этом бальзамчике. Поэтому смотрите, нравится он вам или нет. Он довольно дорогой, в 3000 рублей он обошелся. Мне в магазине он так и стоит. Ну, я чуть дешевле купила его по скидке сотрудника. Но в целом там цена от 3000. И есть еще в баночке версия. Там более объемная такая банка. Больше объема, по объему она. Не помню, сколько в ней, но довольно много. Но с собой как-то это ее не очень, может быть, удобно носить. И версия есть. Это выглядит вот в третьей версии, как будто бы это хотела показать, но как назло нет вот под рукой ничего. Как обычный блеск для губ. Просто вы его открываете и вот этой мягкой кисточкой наносите. Но я выбрала вот этот вариант в стике. Так, очень нравится. И еще раз повторю, у него яркий розный аромат. Поэтому смотрите, кому-то понравится, кому-то нет. Дальше. Вот здесь стильняши предлагают три заколочки. Это я купила своей племяннице, но не по 260 рублей, как вот здесь написано, а по 90 рублей, или даже, по-моему, по 89, ну, 90. Стоили вот эти три заколочки на акции у стильняш. Они симпатичные, до этого я вам показывала другие заколочки тоже от этого бренда, вот прикупила своей племяшке. Дальше я скупила мужскую серию, хочу вам сказать. Сейчас я покажу все, что я взяла мужского. Вот такой антиперспирант, практически все было на акции, антиперспирант с ионами серебра. Когда на акции, его можно купить по 119 рублей, то есть очень хорошая цена, и я не раз его покупала сыну, племянникам, и вот купила, когда был на акции, он в очередной раз. Такой вот от Демидов, это в версии роллер, вот такой вот ролик, без какого-то запаха. Нет, вообще-то запах. Без какого-то запаха. Ну, я не знаю, мой нос уловил запах, поэтому... Вообще, значит, с запахом. Ну, что вы попробуете? Дайте, я так аккуратненько все равно купила сыну, поэтому дайте я его масну просто, чтобы муж... Ой, слушайте, еще с каким запахом? С таким приятным запахом?
Очень даже, девчонки, мальчишки, прикольно. Короче, имейте в виду, вот тут приятный запах, такой свеженький, приятный, немножко какой-то даже, поначалу лимонный какой-то показался даже, приятный запашок. Так, дальше, с большой скидкой, вот такой сухой шампунь был, я потом вам расскажу, что он из себя представляет. Твердый шампунь с экстрактом хмеля. Я рассказывала и показывала, что мне очень нравится продукция от архитектора Демидов с экстрактом хмеля. И вот еще я взяла, у меня гель для душа, такая же баночка. Это уже повторно сыну и многократно племянникам, сыну, брату, всем, кому могла в своей семье. И всем очень нравится. И вот сейчас у сына заканчивается гель для душа, и он попросил меня взять напоследок еще, возьми мне. И вот опять же на акции я взяла вот такой ему гель. Ему же взяла попробовать твердый шампунь, но мы еще не открывали, он запечатанный, поэтому я вам потом расскажу, вообще стоит его брать или нет, как он, сама не знаю. Но я взяла его с уценкой, Здесь есть небольшое повреждение, и думаю, заодно вот возьмем, попробуем, интересно, и уценка. Влажные салфетки с кассовой зоны, потому что это все идет девчонкам в KPI, ну и мне, когда я работала, поэтому товары с кассовой зоны, думаю, у моих мальчишек пусть будут вот такие мужские салфеточки. Товары с кассовой зоны, когда вы покупаете, это очень выгодно продавцам, консультантам. Во-первых, им лишняя позиция в чек, а во-вторых, за определенный KPI, но это потом, когда буду вам рассказывать про магазин, расскажу, там капает определенная денежка. Это в тех магазинах, где продавцы-консультанты, они же кассиры, вот как было в нашем магазине. Если там кассиры отдельные, отдельное звено, и совершенно не занимаются продажами, а только на кассирских на своих сидят, тогда, конечно, им тоже капает с этого, уже кассирам, не продавцам. Так, вот такой взяла, это вообще была копеечная цена, если я не ошибаюсь, 199 рублей, шампунь, гель для душа, 2 в одном, с экстрактом морских водорослей для всех типов волос и кожи. Вот такой от архитектора Демидова. Но я подумала, за 199 вообще грех не взять. Посмотреть, что это такое. Такой я еще не брала. Ну, одушки приятные у Демидов. Абсолютно все одушечки. Что бы я ни брала, все очень приятно пахнет. Поэтому 199 это просто красота. Так, по-моему, с мужчинами я пока что отставила, закончила. Дальше взяла 3 вот таких набора, чтобы дарить в подарки. Это уже я вот не себе, это подарочные будут такие варианты, потому что, знаете, когда ты работаешь, одно дело, а когда ты, ну, каждый день практически, да, на работе, и всегда можешь кому-то что-то быстренько купить там, ну, в поликлинику, врачам, медсестрам, в какую-то службу мамину, там, вот в эту социальные какие-то службы, те, которые путевки дают в санатории, ну, и цетера, что-то где-то учителю, где-то тренеру, где-то репетитору. В общем, набирается, вы сами знаете, девчонки, мальчишки, что я вам рассказываю. Всегда есть кому что-то нужно подарить. И, ну, раньше это были у меня коллеги по магазину, но сейчас как бы вот коллеги пока у нас по магазину отпали, но зато остались разные другие товарищи. Для этих товарищей взяла вот 3 таких набора. Они включают в себя крем для рук. Вот этот, это набор от Гурмандис, от французского бренда Гурмандис. Много раз я вам показывала и вот эти бальзамчики для губ, я их очень люблю, и всем вам рекомендую смело. И вот этот крем, ну, не обязательно этот, любой крем от Гурмандис, он питательный, может быть, бывает прям не самый дешевый, они в районе 400-300 рублей, там надо акции смотреть, они тогда по 299, вот тогда их можно брать. Или когда бывает, что 3 крема в наборе, или как вот здесь, крем 30 мл и бальзам для губ обошлись в 349 рублей с такой красивой коробочкой подарочной. Я считаю, что сейчас за 349, ну, вообще ничего уже не купишь. А это, смотрите, мило очень смотрится, подарил и красиво, не надо думать про упаковку. Дальше, естественно, я купила несколько кусков вот такого мыла. Знаете, как будто я так собиралась, девчонки говорят, господи, ты как будто на всю жизнь покупаешь. Было смешно, но правда. Я как будто с 2 сумками ушла из магазина в последний день, думаю, господи, боже мой, как будто я живу прямо вот рядом. Но так вот устроен человеческий мозг, что вот так.
Здесь три мыла. Я тоже каждый раз, много раз уже вам показывала, я беру разное мыло, потому что всегда его есть кому подарить, всегда это неплохой подарок. 499 рублей, вся радость. Три разных кусочка мыла. Здесь у меня этот бергамот ваниль, первый кусок, второй персик имбирь и третий тропические фрукты. Но очень красивая упаковка, и поэтому я выбрала вот именно ее. Мне понравилось, что меня на экзотику потянуло. Мне понравилась вот именно это такая яркая-яркая какая-то леопарды и розы. Я не знаю, леопарды и розы. Прикольно. Слушайте, честно, если у меня беда со светом, камера отображает, что у меня очень плохой свет. Я заранее прошу пардон. Если будет совсем плохо, я не выпущу тогда это видео. Дальше. Ну, надеюсь, может быть, это только кажущаяся видимость. Следующая покупка, это купила вообще-то, потому что было на акции и хороший срок годности, и вот оно уже и пригодится сейчас скоро. 499 рублей, вся радость. Здесь идет 70 грамм крема солнцезащитного 50+, корейская или индийская, сейчас, секундочку. Без очков я не увижу, извините, я не по-моему, да, Made in Korea, и бренд называется La Farm, кажется, La Farm, да, нет? В общем, вот так вот, посмотрите поближе, почему-то я прочитала на французский, наверное, потому что в начале «ля». Ну, не знаю, как это правильно, аж корейский же не учила, поэтому если вы знаете, то пишите в комментариях, как это правильно звучит. Выглядит это вот так, с муцином улитки. На самом деле здесь вот такая туба. Я ее открыла. Думала, сохраню, может быть, на следующий год, но так как Маша у меня сейчас со Славой улетают в октябре в отпуск, то я спросила, нужен ли ей крем. Маша сказала, нужен. И вот я его уже открыла и покажу вам сейчас, что выглядит он. Вот именно как крем-крем. Ну, такой довольно, вот он, видите, обычный белый крем. Ну, как-то нормально впитывается, не жирный, особенно не белит. Я его наносила на себя. Имеет такую кремовую одушку, как будто вы Нивея нанесли. Вот крем Нивея. Это прям такого вот плана. Косметическая, такая спокойная, довольно одушечка. Ну, больше ничего сказать не могу. Знаете, часто кремы у меня сползают, когда я вот лицо все, да, кремом намазываю, и часто кремы бывают у меня сползают и попадают мне, вот было ли у вас так, напишите, если было, они мне как-то попадают, умудряются на слизистую, то есть в жаркий день я выхожу, и понятно, в креме, и несмотря на то, что у меня сухое лицо, даже не жирная кожа, а сухая на лице, у меня все равно расплавляется, видно, от солнца, от жары крем, и он сползает и каким-то образом попадает мне на слизистый глаз, и у меня жутко начинают щипать глаза, потому что кожа у меня очень чувствительная. Вот этот крем я прям специально, ну, было, конечно, не 30 уже, сейчас все-таки сентябрь, но был жаркий день, вот когда было 25-27, вот последние эти денечки, я нанесла этот крем и ходила. Специально проверяла, поползет он мне в глаза или нет, и вот Бог миловал, я нормально проходила. Ну, конечно, Маше, может быть, вообще ничего никогда не мешает, это я так эксперименты на себе провожу. Но на всякий случай, у кого бывают такие вот, как у меня, моменты, я для вас это озвучила. Так, сейчас не из Ревгош, просто он рядом стоял и попался мне под руку. Новый дезодорант я купила, он был на акции Dove, и кажется, я купила его в нашей ленте. Стоил какой-то прям вот совсем дешево, мне кажется, меньше 100 рублей. Я схватила, не задумываясь. Так, Dove 48 часов, у меня там Dove заканчивается, мне кажется, какой-то другой. Так, следующее, это вот такой вот скрабик. Вы видели, я показывала вам не так давно, у меня было видео, где я показывала свой скраб от этого ушедшего бренда Easy Spa и показывала кофейный свой любимый, которым я пользуюсь, сетовала, что бренд ушел, что-то был у нас разговор на эту тему. Я, уходя, не смогла, вот оставались остатки, которые мы распродавали этого бренда, ну, уже не было гелей для душа, конечно, они ушли первыми, но там были кремы для рук, кремы для ног, кстати, я купила и не показала вам, но уже в следующем ролике, тем более у меня заканчивается время, а сейчас будем уже заканчивать с вами. Но я не смогла, по 349 рублей мы продавали вот эти скрабы в объеме 230 миллилитров, и хотя у меня мой кофейный еще есть, половина, но я, конечно, на память взяла себе вот этот кофейный, один из самых лучших вот на моем, как говорится, жизненном пути.
Так, и, пожалуй, по-моему, последняя у меня сейчас покупка будет. Это не косметичка, это то, что туда я уже убрала. Девчонки, мальчишки, у нас лето закончилось, но оно же у нас еще будет. И вы не представляете, я тут зашла в подружку, нет, не в подружку, вру, в улыбку радуги. Я что-то шаталась, не помню, кого-то я ждала и зашла в улыбку радуги по месту жительства. И что вы думаете? Стою я так себе в улыбке радуги и вдруг увидела очки. А я потеряла свои очочи, потеряла. Не знаю, где оставила, в общем, не нашла очки. И еще пожаловалась маме и Маше, что я посеяла очки в конце лета. И теперь я без очков, мне надо на следующий год покупать какие-то очки. И в итоге зашла в улыбку радуги кого-то подождать. Встала около стенда с очочами и увидела вдруг вот такие вот себе сердечки. Вы представляете, такие красивые. Мне так показалось, что они такие симпатичные. Они, конечно, так скажем, прямо не естественно, не брендовые, какие-нибудь корейские, наверное, или китайские, не знаю, кто у нас делает очечки. Кто только не делает, наверное. Может, вообще на Малой Арнаутской. И, конечно, это, мне кажется, форма не нова, но мне показалось, что симпатично, миленько они мне идут, и стоили они 499 рублей. Я подумала, что в конце лета за такую цену такие симпатичные очки грех не взять, и взяла. Посмотрите вот еще раз, ха-ха-ха, как я вам в этих очечках, девчонки, мальчишки, поближе могу показаться вам, поближе, вот так. Так что вот, это была на сегодня последняя. Убрала, конечно, сразу в розовую косметичку от Гурмандис. Да. И что вы думаете? Только я купила эти очки, и я нашла свои старые очки. Главное, до этого обыскала все сумки. Уже даже предположила место, где я их забыла. И купивши вот эти, я нашла свои старые очки. Ну, подумала, что, в общем, очков много не бывает, ты всегда их можешь разбить, потерять или что-то там еще, сломается какая-нибудь дужка у тебя. Поэтому, а вот таких красивых очечей у меня уже не было давно. Там были еще одни, похожие, немножечко другой формы. Ну, а я решила не жальничать, думаю, ну, куда мне эти очки, ну, солить их, что ли, в конце концов. И взяла себе вот только эти. Я с вами на сегодня прощаюсь, девчонки-мальчишки. Это, конечно, не все, что я купила, это только часть, но на сегодня у меня лимит времени исчерпан. Напишите мне, пожалуйста, понравились ли вам мои очки, идут ли они мне, вот как вам кажется, только честно, идут или не идут. До следующего видео, до следующего раза, безу-безу, буду всех ждать в комментариях. Сейчас комментариев, я очень рада, что их сыплется очень много под разными видео, и я не успеваю отвечать. Я потихонечку отвечаю на все комментарии, или практически на все. Не обижайтесь, кому не ответила, ставлю там сердечки или лайки. Но действительно, я рада, что у нас растет и растет количество подписчиков на моем канале, скоро у нас уже будет 20. Я не успеваю, иногда читаю все, но отвечать бывает, что совсем. Или снимай видео, или готовься к чему-то новому, интересному для вас, или отвечай на комментарии. Иногда вопрос стоит вот именно так. Поэтому не обижайтесь, ладно, но я абсолютно все читаю. Вы это видите по, как сердечко, по сердечкам, по моим сердечкам. Если вы сзади увидели бордольера, небольшой такой бордольер, это я готовлюсь к новому видео. А на сегодня все. Все, мои родные, безушечки, безушечки. А бientôt.